в этом году очень акцентировались для того, чтобы получить именно командный результат. У нас первый раз в истории было 3 максимально хорошо подготовленных пилота. На этом чемпионате борьба за кубок изначально велась в неравных условиях. Команде России пришлось выступать вдвое меньшим составом против сильнейших соперников. В состав сборной России вошли 4 пилота. Марат Гаревзанов, модель самолета «Хок», класс до 20 килограммов, дебютант чемпионата Jet World Masters. Василий Эйхнер, чемпион России среди юношей, впервые выступает с моделью самолета Як-130 в классе 20 килограммов. Павел Лапшов, победитель предыдущего чемпионата Jet World Masters в классе 13,5 килограммов. Модель самолета Як-130. Виталий Робертус, трехкратный чемпион мира в классе 20 килограммов. Модель самолета МиГ-29. На предыдущих трех чемпионатах Виталий Робертус побеждал с моделью Як-130. Высокая точность воспроизведения прототипа и применение новых уникальных технологий в авиамоделировании сделали Як-130 лидером по стендовым показателям. Тем временем, в связи с пересмотром правил и требований IGMC к детализации, с каждым чемпионатом непревзойденная точность Яка постепенно теряет решающую роль. Для сохранения дальнейшего лидерства потребовалась модель, превосходящая по всем данным, особенно по летным характеристикам. Для создания новой модели рассматривались 4 варианта прототипа: МиГ-АТ, Су-27, Су-25 и МиГ-29. С учетом комплекса требований при выборе прототипа, наиболее подходящим образцом оказался МиГ-29 из состава знаменитой пилотажной группы «Стрижи». Пилотажная группа военно-воздушных сил России «Стрижи» создана в 1991 году на подмосковной авиабазе «Кубинка». Авиационный парк состоит из истребителей МиГ-29 и МиГ-29УБ. Демонстрационные полеты группа выполняет в составе 6 самолетов. Выбор все-таки мы остановили на МиГ-29 по сочетанию факторов. Первый, конечно, это его доступность. Давние хорошие отношения и близость к авиабазе Кубинка позволили нам получить колоссальный объем информации по именно модели 9-13. Это одноместный самолет, раскраски пилотажной группы «Стрижи». Это, на мой взгляд, один из самых красивых самолетов в мире. Он узнаваемый. Плюс ко всему, отличная аэродинамика, интегральная компоновка, самолет сверхзвуковой. То есть это классика, это история современная и история прошлой авиации. Хорошо известно, что по законам аэродинамики более крупная модель самолета по поведению в полете ближе к оригиналу. Но выбор масштаба модели, предназначенной для соревнований IGMC, ограничен максимальным весом. Иными словами, чем меньше прототип, тем крупнее масштаб можно выбрать при строительстве модели. Получилось так, что вот этот масштаб 1.475, он полностью совпадает с Як-130, на котором я летаю в маленьком классе, и удалось заимствовать некоторые детали, такие как фигура пилота, шлем, ручка управления самолета, руды, некоторые датчики. То есть у нас вот в авиационной промышленности есть некая преемственность деталей, и было удобно использовать одинаковые детали, которые были на Яке, и они же присутствуют на МиГ-29. МиГ-29 – лучший в своем классе двухдвигательный, двухкилевой сверхзвуковой самолет с интегральной схемой планера. При создании модели МиГ-29 полностью были повторены аэродинамические профили и крутки. Также реализованы логика управления и аэродинамика прототипа с цельноповоротным стабилизатором, двухсекционными носками крыла, закрылками и другими органами управления. Конструкция и компоновка истребителя МиГ-29 существенно отличается от Як-130, и при проектировании модели был решен ряд сложных инженерных задач. Точное воспроизведение прототипа затрудняли как сложность отдельных узлов конструкции, так и явные следы многолетней эксплуатации на обшивке самолета.
хотя подобные детали приносят дополнительные статические баллы на соревнованиях. При создании модели МиГ-29 были реализованы новые идеи и технологии. Регулируемые сопла двигателей с внутренним и внешним контурами имитируют 96 углепластиковых створок с уникальной кинематикой управления. Стойки шасси полностью углепластиковые, с двухступенчатыми амортизаторами, с электроприводом и механизмом подтягивания носового колеса. Колесные диски также углепластиковые, с пневматическими дисковыми тормозами и уникальной объемной конструкцией наполнения колес. В нишах основных стоек шасси воспроизведено все оборудование, функционирует 9 створок и посадочные фары. Как и на прототипе, на режимах взлета и посадки автоматически перекрываются осевые входы воздухозаборников и одновременно открываются верхние створки. Полностью воспроизведена кинематика и деталировка воздушного тормоза. Независимо для каждого двигателя топливные системы нового типа обеспечивают надежную работу силовой установки на любых режимах полета без использования расходных баков. Посадка модели сопровождается выпуском тормозного парашюта с последующим сбросом в конце пробега. На обшивке модели воспроизведены все эффекты старения, следы эксплуатации и текстуры поверхности. Полностью детализированная кабина с анимированным пилотом и открывающимся фонарем. Кабина модели визуально ничем не отличается от кабины прототипа. Я не нашел ни одного отличия между кабиной модели и этой кабиной. Мне кажется, что они отличаются только размерами. На модели МиГ-29 установлены два двигателя JetCat P100 общей тягой 19 кг. Такая силовая установка обеспечивает безопасное продолжение полета даже при остановке одного из двигателей. Первые же испытания подтвердили превосходство МиГ-29 по многим показателям. Подготовка к летной программе соревнования отличалась оригинальным подходом к технике пилотирования. Для лучшего представления поведения прототипа в полете и точного воспроизведения пилотажных фигур на модели, Виталий Робертус специально выполнил несколько полетов на истребителе МиГ-29УБ. В полетах отрабатывался полный комплекс высшего пилотажа, включая элементы летной программы выступления на модели МиГ-29. И это еще одна уникальная особенность проекта МиГ-29 «Русджет». В этот раз мы решили использовать необычный подход к строительству, созданию модели, к испытаниям. В общем-то, я считаю, что это замечательно, когда есть возможность попробовать пилотировать и настоящий МиГ-29, и модель, и сравнить, насколько это похоже, не похоже, поймать какие-то моменты, связанные с перегрузками, с углами атаки. Какие особенности есть пилотирования настоящего самолета, чтобы это все привнести в пилотирование модели, чтобы это было максимально и наиболее реалистично в полете, чтобы это можно было увидеть судьям. Я могу сказать, что это на самом деле, конечно, чудесный самолет, и у него огромнейший задел, он был создан в 70-е годы, но до сих пор он остается одним из самых лучших в своем классе. Пилотируется очень легко. Финляндия.
август 2017 года. Аэродромный комплекс в живописном Ямьярве. 12-й чемпионат Jet World Masters. Аэродром, представленный для проведения чемпионата, состоит из двух взлетно-посадочных полос. Полоса с курсом 270 градусов для полетов большой авиации, с курсом 150 для авиамоделей. Нестабильный по направлению порывистый ветер является характерной особенностью этого аэродрома. При этом, в отличие от большой полосы, для авиамодельной полосы ветер почти всегда боковой. Команда России прибывает раньше всех и немедленно готовится к тренировочным полетам. Вскоре к российской сборной присоединяются остальные участники чемпионата. Боковой ветер с сильными порывами заметно усложняет тренировки, и не все пилоты решаются рисковать целостностью своих моделей. В то же время нужно быть готовым к сложным метеоусловиям в полетных турах. Интенсивные тренировки не прекращаются до самого захода солнца. Ангар постепенно заполняется моделями участников чемпионата. Многие модели были представлены также на предыдущих соревнованиях. Это в основном модели, собранные на базе промышленных наборов и существенно доработанные. Заметно улучшена копийная оснастка моделей «Хантеров» у швейцарской команды. Хорошее исполнение по копийности у «Хока» от финской команды. Пилоты из Франции представили интересные модели копии самолетов «Альфа Джет» и F-104. Как и на прошлых чемпионатах, в центре особого внимания оказались модели команды «Русджет». Было очевидно, что модель Як-130 по-прежнему остается непревзойденной. Лучше этой модели может быть только МиГ Виталия Робертуса. В отличие от стендовых показателей, результаты в полетных турах даже у самых опытных пилотов непредсказуемы. Чаще всего в полете проблемы возникают с силовой установкой. Далеко не каждый пилот при потере тяги может безопасно завершить полет. В тренировочном полете на «Хоке» Марата Гаривзанова останавливается двигатель. Вынужденная посадка на этот раз обходится без поломок. Повторный отказ двигателя в другом полете едва не заканчивается серьезными последствиями не только для модели. И это происходит накануне статического осмотра, где внешний вид модели должен быть безупречным. Времени на ремонт почти не остается. Восстановление модели до исходного состояния длится всю ночь. К утру удается привести модель в летное состояние и устранить следы повреждения. Нет, было нормально. Ну и подкрутить пусть надо отметить. По статическим показателям, в обоих классах модели команды «Русджет» набирают наивысшие баллы. Хотя с учетом новых правил, даже максимальные копийные оценки не обеспечивают значительного отрыва от основных соперников. К сожалению, многие уникальные особенности моделей команды остаются невостребованными.
Первый полетный тур начинается с безоблачного неба, но при сильном боковом и порывистом ветре. Это заметно усложняет пилотирование и делает небезопасным взлет и посадку модели. Порывы ветра буквально опрокидывают модель на взлете и при посадке. Даже самые опытные пилоты с трудом удерживают модель в пределах взлетно-посадочной полосы. Для китайского спортсмена борьба с сильным боковым ветром заканчивается перелетом и посадкой далеко за пределами посадочной полосы. В первом туре при посадке борьба Марата Гаривзанова с нестабильным ветром заканчивается поломкой основной стойки шасси. После удачного выступления при заходе на посадку Як-130 Василия Эхнера под воздействием мощного порыва бокового ветра пересекает ограничительную линию и отлично выполненная посадка не засчитывается. Василий теряет баллы за посадку и занимает лишь 15-е место. К сожалению, первый тур Виталий Робертос завершает без высоких оценок, занимая лишь 6-ю строку. После первого тура в большом классе турнирную таблицу возглавляет немецкий пилот Штефан Волькер. В малом классе в первых двух турах на Яке 130 Павла Лапшова неожиданно возникают проблемы с одним двигателем. Отказ двигателя происходит при разбеге. Отведенное на выступление время стремительно заканчивается. После повторного запуска двигателя Як все же уходит в небо. За оставшееся время удается выполнить лишь несколько элементов программы, завершив задание экстренной посадкой на последней секунде. По результатам первого тура победитель прошлого чемпионата Павел Лапшов оказывается на 12-м месте. По тем же техническим причинам не удается совершить полноценные полеты во втором туре. На этот раз один из двигателей останавливается в полете, но Павел упорно продолжает задание на одном работающем двигателе. Из-за повышенного расхода топлива преждевременно останавливается и второй двигатель. Второй тур заканчивается для Павла также незавершенной программой и вынужденной посадкой. Становится очевидным, что Павел теряет чемпионский титул, а полученные баллы за два неполных выступления поднимают позицию лишь до 10-й строки. Причину отказа двигателя обнаружить пока не удается, а до конца чемпионата у Павла остается единственное выступление в финальном третьем туре. При таких обстоятельствах рассчитывать на призовое место практически невозможно. Тем не менее, Павел не прекращает борьбу. Единственные шансы исправить ситуацию – идеальный полет без технических сбоев. Не сталкивались с количеством технических вопросов, как в этом году, по двигателям, хотя никогда не подводили. Но это спорт, и всегда нужно смотреть внимательно по всем вопросам. Ну, иногда есть вещи, которые мало зависят от нас. Надо все сделать от нас зависящее, а там результат не заставит себя ждать. Во втором туре Василий Эхнер выступает с хорошими оценками и заметно улучшает командный результат. Удачно завершает второй тур и Виталий Робертос. По итогам второго тура, опередив Штефана Волькера, Виталий возглавляет турнирную таблицу.
За третье место пьедестала продолжает борьбу Паскаль Тома из швейцарской команды с моделью Hunter MK58. По результатам второго тура у команды России появляется надежда на призовое командное место, но при условии безупречного выступления всех пилотов в финале. Завершает выступление в третьем туре Марат Гаривзанов. На этом чемпионате, занимая 24 место, Марат получает бесценный соревновательный опыт. В третьем туре Василию Эхнеру удается улучшить общий результат и с шестой строки подняться до четвертого места. К сожалению, до пьедестала Василию не хватило ровно тех самых потерянных баллов при заходе на посадку в первом туре. Ровный, хороший, качественный полет. То есть вот видно, что Василий уже вырос и реально уже чувствуется, что в нем есть настоящий пилот, который готов бороться, который готов летать. Вся команда счастлива и сейчас поздравляет его. Молодец, Василий, так держать. На финальный тур Павел Лапшов выходит с невероятной уверенностью. Запуск двигателей и полет проходят в штатном режиме, без технических сбоев. В полете двигатели работают стабильно. В этом выступлении Павел Лапшов демонстрирует свое мастерство в полном объеме. Отлично выполненная полетная программа в этот раз завершается штатной посадкой. За этот полет Павел получает высшую оценку и выступление признается лучшим на чемпионате. Ну, в общем-то, отлетал третий тур. Фактически первый нормальный полет. Так должно было быть два раза, но, к сожалению, удача в этом году не на моей стороне. Ну, посмотрим на полетные очки. Благодаря финальному рывку обладатель кубка прошлого чемпионата Павел Лапшов становится серебряным призером, незначительно уступив швейцарскому пилоту Вальтеру Гёхвиллеру. Хотя с учетом серьезных технических проблем в двух турах, серебряная медаль для Павла на этот раз дороже золота. На взлетной полосе МиГ-29 трехкратного чемпиона мира Виталия Робертуса. Благоприятные метеоусловия к исходу дня третьего тура дают хороший шанс для удачного финального выступления. Закончены. Наша команда очень успешно выступила. Результатов пока не знаем, но все отлетали, получили зачет. Надеюсь, что результат общий итоговый будет хороший и личный, и в первую очередь командный.
Итак, впервые в истории соревнований Jet World Masters. В командном зачете российская сборная побеждает, опередив сильнейшие команды Швейцарии и Германии. В большом классе чемпионский кубок вновь достается Виталию Робертусу. Это четвертая подряд победа, и на этот раз с лучшей моделью за всю историю Jet World Masters.